Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джано Самаюктам Бриндаванам Манохар Ванча Калпатару Ваша Кепасинду Бевача Атитананг Павуни Бхавишнавибхьо Намо Намаха Мукан Кароти Вача Ланг Пангунг Ланг Хайтигирим Ятки Патамаханг Банде Парама Ананда Мадама Бриндави Тусиде Бхиявай Кешвасача Шна Бхакти Паде Деви Саттаваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритто Нарунча Ива Нараттама Девин Сарасватин Васам Тато Джайо Мудира Санкиртане Кришна Катхо Падеш Гаурия Патрашо Пракаса Неча Шадану Ракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамодакша Джагод Барунда Дейям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Титас падам сива виринчанутам сараньям. Питатихам панатопал бхавадибутам. Банде махапурушате чаруна рахиндам. Ятпада паллавана качанда мани чатай. Бисфуриджита кимабигабхавадушу адарс. Пурнану рагура сосагура сарамуртихи. Сарадхикамай кадам кипам каруши. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Сивадвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Сивадвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Аджануламбита бхужау канука бодату, Шанкиртанайкапитару камала ятхакшу. Вишам бару дижа бару югадхар мапалу банде жагат прия кару каруна бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Намами Ганге Тава Пада Панкаджам Сура Сураир Бандито Дибхарупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара вивуши тобама фагам Нараяно прияманга мада пахарам Баранаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджасва бадане Лакшмир джасва ча бхакшаси Джасасте хидай самбихит Там Шингамахам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Дхана Дживана Джоувана Раджа Сукхам Найни таманукхана насупарам, Тежо гамма ката сакалам бифалам,
Bhajagodrumakananaranjibidum Gaudiya Gosthipati Gaudiya Gosthipati Shishila Bhakti Siddhanta Sarasvati Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, is a seemingly unpleasant duty of Gauriya Math. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagat Prabhupada, Гаудия Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, «Внешне непривлекательный долг Гаудия Матха состоит в том, чтобы остановить неверное течение этого мира и изменить его, направив к вечному источнику». Многие из-за зависти задают вопрос, что делает Гаудия Матха. В мире столько миссий, которые исполняют много социальной и полезной деятельности. Но что делает Гаудия Матха? Гаудия Матха не кормит нуждающихся, не обеспечивает их сухим пайком, не открывает больницы. Какой благотворительностью занимается Гаудия Матха, чтобы почитать его, чтобы уважать их членов, его членов? В ответ на это Прабхупад говорил, что обычные люди не могут понять деятельность Гаудия Матха, потому что наш мозг, наш ум может понимать только материальное. Взаимообмен. Что мне могут дать, что я могу. И люди думают, что более полезно открывать школы, больницы. Но совершенно непонятно для них, чем занимается Гаудия Матха. Прабхупад объясняет, что люди заняты телом и умом, поэтому им невозможно понять деятельность Гаудия Матха. Для того, чтобы ее понять, нужно необходимо общение с чистым преданным, который покажет, чем занимается Гаудия Матха. Прабхупад говорит, что Гаудия Матха стремится принести благо, защитить интересы души. Но никто, кроме Гаудия Матха, этого не делает в обществе. Один борец за свободу, знаменитый индийский борец за свободу, его мама приходила почти каждый день на Харикатху Шрилы Прабхупады. Его звали Чандра Сабиш Чандра. И он также однажды посетил Гаудия Матха. Он пришел, чтобы получить благословение Шрилы Прабхупады, потому что он хотел освободить Индию от британского правительства. Поговорив с Прабхупадой, попросив его благословений, он сказал, у вас в Матхе так много людей, не могли бы вы послать их, чтобы они присоединились, устроить чтобы так, чтобы они присоединились к нашему революционному движению и чтобы они помогали освобождение Индии. Чем они тут занимаются? Просто сидят, совершают киртан, ничего не делают. Таково видение материалиста. Но если вы поживете с саду, вы увидите, чем он занят день и ночь, что он по-настоящему занят.
В ответ на его просьбу Прабхупад спросил: «Зачем вам это? Какова ваша цель?» «Я хочу освободить Индию». «Хочу, чтобы Индия была свободной». «А что вы подразумеваете под свободой?» «Имеете в виду, чтобы ваши тела были свободны? Свобода вашего тела вам нужна или свобода ума?» Тот затруднился ответить. «Вы читали Гиту?» — спросил Прабхупад. «Да, я читал». Помните шлоку, где рассказывается, что Дживатма покидает тело, а затем принимает следующее? Да, я помню эту шлоку. Соответственно, вы верите в это? Верите, что после оставления нынешнего тела вы получите следующее? Да. Вы хотите освободить Индию, а я хочу освободить каждую дживу навсегда, раз и навсегда. Я хочу освободить тех, кто пришли ко мне, кто приняли прибежище Гаудия Матха, освободить их навсегда. Но вы хотите освободить страну, хотите освободить их, но как долго они смогут наслаждаться этой свободой? Они какое-то время еще поживут, а затем они родятся, возможно, совершенно в других странах. Нет никакой гарантии, где будет их следующее рождение. То есть вы хотите противостоять английскому правительству, но хотите сражаться с ними, но предположим, что в своей следующей жизни вы примете рождение в Англии. С кем же вы тогда будете сражаться? Вы будете сражаться с Индией или с Англией? IAS officer, big intelligent. For the timing is for keep silence. Этот революционер был очень разумным и образованным человеком. Тем не менее, он растерялся, не знал, что ответить. В конце концов, он сказал: «Я не знаю, я лишь хочу освободить Индию». Или навсегда принять прибежище у вас и стать подобным вам саду. Нет, не совсем так. Я хочу принять прибежище, то есть или принять прибежище у такого саду, как вы. Таким образом, сложно даже представить, но день и ночь Прабхупад делал различные планы, строил планы и планировал программы для того, чтобы освободить обусловленные души. Постоянно он был погружен в мысли об этом. Порой он делал выставки в Даке или на Хавре, или в Аллахабаде, в Варанаси, Матхуре. В то время не было ни компьютеров, ничего подобного. Сейчас проповедовать значительно проще. Можно просто включать харикатху на улицах. Но в то время не было подобной возможности. В то время все было значительно сложнее. И Прабхупад постоянно размышлял, как еще можно осуществить свою цель. Он посылал преданных в разные места Индии для проповеди, и не только Индии. И они проповедовали на разных языках. Он распространял прасад, устраивал парикрамы по святым дхамам.
Это верный признак саду. Также однажды Прабхупада спросили, кто такой саду? Прабхупад ответил, тот, кто 24 часа в сутки занят служением Бхагавану, Гуру и Вайшнавам, кто думает о благе всех обусловленных джив, кто не отдыхает, кто не думает так, что отдохну-ка я, они пусть умирают. Жизнь саду полностью посвящена Бхагавану. Именно поэтому он постоянно погружен в служение. Он не тратит напрасно свое время. В Аллахабаде, Варанаси, Канпуре, повсюду Прабхупад открывал храмы и давал возможность людям посещать эти храмы, тем самым получая, узнавая об идеалах Гаудия Вайшнавизма. И он следил за тем, чтобы те, кто жили в храме, поддерживали высочайшие стандарты. Он знал, что если такие стандарты не будут высокими, люди будут приходить и видеть недостатки, и разочаруются. Поэтому Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакур говорил, что управлять духовной организацией для того, чтобы управлять духовной организацией, необходимы люди. Без людей это невозможно. Но если мы назначим недостойных людей на значимые позиции, они будут заниматься нечестивыми делами и тем самым покажут всем, что в этом мире нет саду. И материалисты разочаруются. Таким образом, посмотрите на храмы, которые сейчас существуют по всему миру. Прабхупад и Бхактивинода Тхакур сделал прогноз на будущее, что если вы хотите открывать духовные организации, необходимо самому в совершенстве следовать всем стандартам. И те, кто будут занимать управляющие позиции, также должны быть совершенны. Иначе открытие храма будет бесполезным. Бхактивинода Тхакур говорил, что не открывайте больших храмов. Не стройте больших зданий, потому что это то, что уведет вас от Харибаджана, то, что не позволит вам сосредоточиться. Это будет лишь головной болью для вас. Вы будете заняты в поддержанием этого вашего здания или будете переживать, если вы откроете гостиницу, как там идут дела, сколько посетителей и так далее. Именно поэтому Бхактивинода Тхакур дает такие наставления. Не нужно открывать больших храмов, строить большие здания. Почему он говорит так? Ведь все представители нашей Гуру Варги строили храмы. Прабхупад вообще открыл 64 храма по всей Индии. Но Бхактивинода Тхакур говорит, что не нужно открывать. Как же примирить два этих противоречия? Surely,
Наша Гуру-варга объясняет, что эти наставления не распространялись на Прабхупаду. Прабхупад хотел открывал храмы с высочайшими стандартами, с идеальными стандартами. В этих храмах можно было найти все. И он хотел, чтобы их устройство было таковым, что каждый член Мадха, тот, кто живет в Мадхе, был проповедником первого класса. Те, кто поклоняются на алтаре, пуджаре, проповедники, те, кто готовят, тоже должны быть проповедники. Но как же такое возможно? Повар-проповедник? Да. Те, кто мыли коров, тоже должны были быть проповедниками. Возможно, они были пассивными проповедниками. Тем не менее, любой, кто приходил в Мадх, имел возможность получить впечатление, наблюдая за их поведением, за их образцом. Я сам тоже готовил. Никто не давал мне это служение. Я сам шел на кухню, я закрывал кухню. Прежде я никогда не готовил, но по милости Бхагавана я закрывал, я готовил, я закрывал кухню снутри, и никому не позволяло заходить в кухню, никто не должен был видеть, что я готовлю для Гопинатха. Также не разрешалось заходить на кухню после того, как вы приняли прасад. Необходимо на кухне было, то есть, поститься. Нельзя было выходить в туалет во время готовки. Если кому-то надо было взять с кухни сахар или соль, никому не позволялось заходить, им не позволялось заходить. Потому что таковы были правила Прабхупады. Недопустимо, что наевшись, ну, можно идти и готовить для божеств. То есть, если вы приняли прасад, то не допускается арчана, поклонение. То есть, прежде всего, выполняется арчана. Даже каплю воды нельзя пить до поклонения. Таким образом, Прабхупад прежде всего хотел установить стандарты, идеалы среди преданных. Сейчас это... Сейчас это как какие-то сказки для нас. То есть что-то невообразимое. Но Прабхупад хотел из каждого члена Гаудия Матха сделать проповедником. Даже цветочники в Гаудия Матхе в то время были великими саду. К примеру, однажды один знаменитый адвокат пришел в Чайтанья Матх. Он предложил поклоны Прабхупаду. Конечно же, как правило, мирские люди не понимают, как правильно кланяться, тем не менее. Он поклонился и сказал: «Я пришел к вам, чтобы услышать харикатху от вас». Прабхупад не собирался давать никаких лекций. Также и мне Гуру Махарадж дал наставление никогда не давать никаких лекций. А этот адвокат именно так и выразился: «Я хотел услышать от вас лекцию». И Гуру Махарадж мне очень строго сказал: никогда не рассказывай лекции, ты должен рассказывать харикатху. У Прабхупады не было времени в то время.
Когда Прабхупад смотрел на кого-то, с первого взгляда он мог понять, что в его сердце, что за человек перед ним. Если Прабхупад видел у кого-то позитивное настроение, он показывал себя человеку. А если он видел, что кто-то с негативным настроем пришел, он скрывал себя, не показывал себя. Прабхупад сказал, отправляйтесь в сад, там в саду вы увидите одного преданного, он расскажет вам харикатху. В какой сад? Вот туда. Там вы увидите садовника, он кое-какое служение исполняет в саду, он расскажет вам. Адвокат был со всей своей семьей. Они пошли в сад и не увидели ни одного похожего на того, кто может рассказывать харикатху, они не увидели. Один только человек, замотанный в гамчу. Они вернулись к Прабхупаде и сказали, «Вы сказали, что там преданный, есть преданный, который расскажет харикатху, но там никого не было». Ну да, кто-то был, но какой-то садовник в грязных одеждах. Прабхупад сказал, «Да, я его имел в виду». Идите к нему. Он сделал это для того, чтобы сокрушить ложное эго. Он в действительности был очень ловок в этом. Он всегда говорил, мы можем собрать, приглашать знаменитых людей этого общества, знаменитых людей общества приглашать на программы, а когда они придут, написать «нет входа», без разрешения не входить. А иначе они будут думать, что Гаудиамадх очень какая-то дешевка. Люди не понимают, какое сокровище доступно в Гаудиамадхе. Поэтому Прабхупад и хотел строил храмы, богатые храмы, чтобы люди не думали, что преданные какие-то попрошайки, нищие. Кришна Бхагаван сам о себе говорит, я нишкинчан, у меня ничего нет. И подлинные нишкинчаны любят меня. Все преданные. И Бхактивинода Такур, и Прабхупад, они все нишкинчаны. У них абсолютно ничего нет. Они никогда не стремились к накопительству. Тем не менее, для того, чтобы привлечь людей, они устраивают храмы именно так, чтобы привлечь их, чтобы привлечь людей. Люди приходят в храм, а там они встречаются с преданными. Как в случае с этим преданным, который служил в саду. Когда адвокат подошел к нему, он начал рассказывать харикатху, и адвокат был поражен. Он думал, это какой-то необразованный садовник, но он был настолько образованным. Точно так же Прабхупад своих учеников занимал в разной севе, в разных служениях. К примеру, наш Ашрам Махарадж. Он был очень крупный, здоровый, очень хорошо образованный. И Прабхупад однажды устроил ему проверку, отправил его в поля, работать в полях. Он никогда прежде подобным не занимался, потому что он из высокородной семьи. То есть в семье хорошего происхождения. Но Прабхупад отправил его на поля.
и заставил его носить на голове корзины с рисом. Такова была природа рушить эго в наших сердцах. Если нет смирения, все, что бы вы ни делали, бесполезно, даже парикрама. Если нет смирения, если нет предания, как она поможет вам? Рупа и Санатана жили во Вриндаване. Посмотрите, какие они были. Посмотрите на их образ жизни, как они жили. Это также описано в Шат Госвами Аштакам. Их жизнь описана в этой аштаке, то, как они смиренно жили. Вриндавана — уникальная дхама, а Навадвипа не отлична от Вриндавана. Тем не менее, они проявлены в двух разных дхамах. Однажды Парвати Деви спросила Шанкар Бхагавана, кто такой Гауранга и что это Навадвипа Дхама, что это такое, что это за Навадвипа Дхама. Деви время от времени оставляет свое тело, меняет тела, то есть она оставляет тело и принимает новое. Как Сати, она оставила тело, а потом вновь родилась, как дочь Гималаев. Деви совершает аскезы в Южной Индии. Канья-Кумарика. Слышали об этом месте в Мадрасе, на берегу океана Бхарат-Сагара. Деви совершает там аскезы для того, чтобы выйти замуж за Шанкару. Она спрашивает Шанкар Бхагавана, кто это Гауранга? Что такое Навадвип? И Шанкар отвечает. Ты знаешь Радху и Кришну? Так вот, это и есть Гаур. Рада и Кришна — это Гауранга, объединенная форма. А что такое Навадвипа? Навадвипа — это Вриндаван. Вы слышали этот киртан? Гауравани Браджаване. Я никогда не видел разницы между Браджа Мандалом и Гаура Мандалом. Поется в этом киртане. Таким образом, у нас очень много информации о Дхаме и Гауранге. Тем не менее, несмотря на все это, в материальном теле войти в трансцендентную Дхаму крайне сложно. Сейчас я бы хотел вернуться в Нилачала Дхаму, когда Гауранга вновь и вновь отпрашивается у преданных отпустить его совершать Вриндавана Дхаму Парикраму.
необходимо понять настроение Чайтаньи Махапрабху. Когда Прабху что-то говорит или что-то делает, все это предназначено для того, чтобы обучить нас, чтобы преподнести нам урок. Каждый его шаг ради того, чтобы мы поняли, как это урок. Here it is written, Chaitanya Mahaprabhu doing everything, each and everything, for the teachings of people, those that are interested to do by him. All secret mode of by him. Сокровенные истины Баджана, Гопи Баджана. Махапрабху обучает нас этому. Все, что бы он ни делал, делается для того, чтобы обучить нас баджану. И Махапрабху просит прощения, просит разрешения у своих преданных со смирением. Пожалуйста, отпустите меня во Вриндаван. Я хочу пойти во Вриндаван. Но те не позволяют. Но ведь он просит с полным смирением, но ведь он сам Верховный Господь. В конце концов, Сарвам Бхаттачарья, Рай Рамананда решают, что слишком хитрить с Прабху не есть хорошо. То есть они вновь и вновь откладывали. Вначале они говорили, сейчас зима, зимой будет холодно, лучше пережди зиму, а потом пойдешь. Потом Радха-Ятра фестиваль. То есть и так они откладывали, откладывали. Они вообще не хотели позволить ему уходить, потому что Прабху был их сердцем и душой. Они всеми способами хотели сохранить его рядом с собой. Но в конце концов, Махапрабху с огромным рвением, с огромным желанием просил разрешить ему пойти. И они были вынуждены разрешить. Когда Махапрабху первый раз пошел во Вриндаван, но не дошел, нельзя сказать, что это был полным провалом. То есть имеется в виду, что он не достиг своей цели. Он достиг своей цели. Он ее, как раз цель свою он и воплотил. Он встретился с Рупой Госвами, он получил даршан Ганги. Хотя с внешней точки зрения он сказал Гададхаре. Гададхар было очень больно от того, что я не взял его с собой. Поэтому у меня ничего не получилось. Я не смог дойти до Вриндавана. Со смирением Махапрабху сказал это. Я причинил боль преданному. Гададхар не был доволен мной. Поэтому у меня ничего не вышло. И тем самым он опять обучает нас. Он указывает на то, что если вы совершаете апарадхи, Махапрабху не совершал никакой апарадхи. Лишь ради того, чтобы преподнести нам урок, он показывает, что если вы причинили боль какому-то преданному, вы совершили какую-то ошибку, какое-то оскорбление, это будет препятствовать вашей встрече с Дхамой. То есть Баладева Татва не позволит вам увидеть врач, не увидеть Дхаму. Вы будете видеть внешние вещи в Дхаме. Однажды один преданный пришел
увидеть моего Гуру Махараджа. Гуру Махарадж спросил, откуда ты? О, мы приехали с Вриндавана. Ну как, получили даршан? И те преданные начали говорить, так грязно, всюду воняет, обезьяны повсюду, вонь, канализация открытая. И Гуру Махарадж сказал, посмотрите, приехал из Вриндавана. Вот таков его Вриндавана даршан. То есть он мне это сказал, чтобы преподнести мне урок. Грязными глазами, грязным сердцем невозможно увидеть Вриндаван. Все, что можно увидеть, лишь грязь Вриндавана, лишь ну, имеется в виду обезьян, испражнения и так далее. Дхама не проявится. Ведь Бхактивинод Такур не был глупцом. Он говорит, Дхамера Сваруп проявится. То есть, если я поеду в Дхаму, еще не факт, что я увижу ее. Если я куплю билет на поезд, доеду до Вриндавана, это еще не Вриндавана даршан. Необходимо увидеть Сварупу Дхамы. И кто поможет вам увидеть ее вечные спутники Нитянанды? Поэтому народ Амдас Такур, плача, поет. Со слезами на глазах поет. Ара кабе нитай чандра корона хайбе. Бхарати Махарадж очень часто говорил об этом киртане, когда Нитьянанда прольет милость на меня. Ара кабе нитай чандра. Когда все материальные желания оставят наконец меня. Когда они исчезнут из моей жизни. Это невозможно без милости Нитьянанды. Народам Такур указывает нам, что мы не можем увидеть Дхаму с анартхами. Имеется в виду, если у нас в сердце полно анартх, если моя материальная болезнь не ушла, я не смогу увидеть Дхаму. Когда болезнь мирская моя уйдет, когда сердце очистится, когда я смогу увидеть Шри Вриндавана Дхаму? Когда ум мой очистится от материи, абсолютно очистится, станет кристально чистым. Когда я увижу Шри Дхам Вриндаван? Итак, это возможно лишь по милости Нитьянанды, никак иначе. Нитьянанда Прабху сказал, позвольте Махапрабху идти. Рупа и Санатана, позвольте Махапрабху идти во Вриндаван. Итак, мы можем находиться во Вриндаване под руководством Рупы Госвамипада и Санатана Госвамипада. Когда Махапрабху хотел отправиться во Вриндаван, он хотел
получить разрешение у своих преданных. И с неудачей первой попытки достичь Вриндавана он объяснял тем, что причинил боль Гададхару. И тем самым он учит нас, что с апарадхой, если вы совершили апарадху, невозможно увидеть Вриндавану Дхамму, достичь ее. Помимо всего, Махапрабху пошел во Вриндаван не по прямой дороге. Была на самом деле прямая дорога, но он не пошел по ней, он пошел через лес Джариканда для того, чтобы избежать встречи с материалистами. То есть это второй урок, который мы можем извлечь. Те, кто по-настоящему хотят увидеть Вриндаван, должны избегать общения с материалистами. Первое, не нужно совершать апарадхи. А второе, то есть, если вы совершили апарадху, Дхамма не откроет себя. А второе, почему Махапрабху пошел через лес? Ведь там полно диких животных. Но что страшного для Махапрабху в диких животных? Потому что в каждой животном, в каждом диком животном сидит сам Махапрабху, имеется в виду Параматма. Когда Махапрабху шел, тигры при виде его начинали танцевать. Он шел через лес, чтобы освободить диких животных. Также. То есть, прежде всего, он хотел освободить животных, диких животных, а во-вторых, во-вторых, он хотел избежать общества материалистов. После того, как Махапрабху получил саньясу, что он прежде всего сделал? Он отправился, то есть имеется в виду, что он сделал сразу после принятия саньясы? Он отправился в Южную Индию. Первым его паломничеством было в Южную Индию, чтобы встретиться с Рай Раманандой. Хотел он отыскать Брахма Самхиту, Кришна Каранамриту. Это лучшие из книг, которые объясняют Расататву, Татва Сиддханту. Когда Кришна бежал, он повторял эти строки. Кришна, Кришна. И однажды меня спросили, почему он говорил Кришна, Кришна, почему не Хари Кришна? Ведь прежде он повторял Хари Кришна. Махапрабху хотел избежать внимания майявади, буддистов и так далее. Махапрабху был сам Кришна, есть сам Кришна. Тем не менее, он повторяет «Кришна, Кришна, Кришна». Почему Махапрабху шел и повторял на это? Потому что каждый знает, что именно по Южной Индии, когда он шел, все знали, что Южная Индия наполнена майявади. И буддистов там полно. Махапрабху говорил, если вы встретитесь с майявади или с буддистом, необходимо сразу же принять омовение вместе в одежде, потому что происходит осквернение. Если вы только посмотрели на майявади, надо с одеждой принять омовение. Тонкое осквернение.
происходит. Люди иногда не понимают, зачем в одежде, но на самом деле тонкое осквернение происходит, его внешне не увидеть. Оно настолько тонко, что с внешней точки зрения все как прежде. Осквернение произошло. Если, например, человек несет рис, например, Чота Харидас, он нес рис. То есть Махапрабху сразу понял, что кто-то нечистый прикасался к рису. То есть какое-то осквернение было на нем. И для того, чтобы избежать внимания Майявади, буддистов и так далее, он повторял именно Кришна, Кришна. И в-третьих, почему Махапрабху пошел через густой лес, через дикий лес, для того, чтобы прочувствовать, что увидеть там то, что напомнит ему о Вриндаване. Он знал, что в лесу ему встретятся холмы, подобные, похожие на Говардхан, рощи, как во Вриндаване и так далее. В Чайтанья Чаритамрите сказано, что когда Махапрабху увидел реку Кавери, он подумал, что это Ямуна, что он во Вриндаване. Что говорить о Кавери? Когда Махапрабху был в Пуре, в Пурушоттама-дхаме, он океан принимал за Ямуну, бросался в него, как в священные воды Ямуны. Это поразительно, если углубиться в понимание философии. Он бросался в воды океана, думая, что это Ямуна. Он видел там Радху и Кришну, играющими в водах Ямуны, поэтому он бросался в океан. И тем самым Махапрабху наставляет нас, что мы должны поддерживать подобные умонастроения, подобные чувства. И такие же наставления он дает Рагунатху Госвами. Наставление, что нужно делать и чего нет. Махапрабху говорил, я же уже тебе гуру, вот у тебя же уже есть гуру, Сваруп Гасай, задавай ему все вопросы. Но в конце концов, он начал давать наставление. Не ешь вкусную пищу, не говори на мирские темы. Прекрати любые мирские разговоры. Не слушай их и не говори сам на мирские темы. Это было второе наставление. Первое — это, точнее, наоборот, это было первое, а второе — не принимать вкусной, роскошной пищи. А третье — с полным сосредоточением, поклоняйся Радхе Кришне, думая, что ты во Вриндаване, осознавая, что ты во Вриндаване. Нискинчан хайя, сада,
So all the way Mahaprabhu wanted to show us. Mahaprabhu going through Jharkhanda forest. Итак, Махапрабху обучает нас многим вещам. Он пошел через лес Джариканда и тем самым исполнил три цели. То есть мы тоже должны стремиться увидеть Вриндаван во всем, что нас окружает. Идя по лесу, ему нечего было есть. Но, тем не менее, местные люди угощали его рисом. Какие-то отдаленные деревни находились там, он шел через них, и они угощали его рисом, шпинатом, шаком, который он находил в лесу, и готовил какие-то сабджи, которые находил в лесу. Все это варил, готовил. В конце концов, Махапрабху дошел до Варанаси. А затем до Аллахабада. В Варанаси он освободил майяваде. Затем направился к Вриндавану. В Аллахабаде Махапрабху встретился с Рупа Госвамипадом и Анупамой. Затем он пришел во Вриндаван. Как я уже рассказывал, он остановился в уединенном месте на Акрургате. Почему? Потому что он не хотел встречаться с материалистами, не хотел никаких беспокойств с их стороны. Поэтому он остановился в уединенном месте, куда не было доступа материалистам. А иначе, если бы он где-то в проходимом, людном месте остановился, все ему не давали бы покоя. Тем не менее, он ежедневно ходил во Вриндаван, получал даршан Ямуны. Между тем, постепенно, во время Махапрабху еще не было древнейших храмов Вриндавана проявлено. Постепенно, один за другим, они проявлялись потом. Посетив все святые места в Раджа, он... Махапрабху повторял святые имена на Имлитале под деревом. Под тамариндовым деревом Махапрабху наблюдал за течением Ямуны и испытывал экстатические чувства. Однажды он увидел одного человека по имени Кришнадас, который пришел к нему с того берега, переплыл реку и сразу же подошел к Махапрабху, встретился с ним, предложил поклоны и сказал: сказал Махапрабху, сегодня чудесным образом, перед тем, как проснуться, я увидел сон. И во сне я видел тебя. И сейчас я переплыл реку и сразу же увидел тебя. Кто ты?
То есть нет, он сказал, что я понял, кто ты. Он предложил ему поклоны и уже не покидал его. Все время, пока Махапрабху совершал парикраму, он был с ним. Когда Махапрабху дошел до Матхуры, то есть когда вы начинаете, когда вы приезжаете, вы прежде всего приезжаете в Матхуру. И также было и с Махапрабху. Потом мы будем говорить, что первым он посетил, первым делом посетил в Матхуре. Затем, как я уже рассказывал, он встретился с Саулья Браманом. Он не был Браманом высшей категории. Это я не от себя говорю, я говорю в соответствии с общественными норками. То есть он был из такой семьи, в чьем доме неблагоприятно считалось принимать прасад. Запрещено даже было. У них дома... Божества Говинда Дева, Ади Кешава, Шринаджи, Харидева. Присутствуют еще с два пара юги, даже Говинда Дев. Перед божеством Ади Кешава Махапрабху пел и танцевал. I can come to the discussion gradually. It is actually backside of present Krishna Virva place. But you can go mad if I say the place at present they are going to show as the birthplace of Krishna is not at all birthplace. В настоящее время место, которое выдается за место рождения Кришны, совершенно таковым не является. Кришна родился не там. Потому что в Чайтанья Чаритамрите сказано, что это место около Ади Кешава. Это устроила Йога Майя, Махамайя. Там сейчас на этом месте разрушенное здание. Махамайя не позволяет дживам получить подлинное знание. Я никогда не хожу туда, потому что я знаю, что это не то место, где родился Кришна. Никто не ходит в настоящее место рождения. Это вот около Ади Кешава. Сломанное здание. В Чайтанья Чаритамрите это сказано. Там Махапрабху танцевал в полном экстазе. И между тем он увидел, что Саунулия Браман также танцует. Они естественным образом, когда мы видим кого-то подобного нам, самим, мы естественным образом хотим познакомиться с этим человеком. И так Махапрабху, увидев Брамана в таком же настроении, как и у него, стал с ним разговаривать. Похоже, ты знаешь Мадхавендра Пурипада. Ты как-то с ним связан. Да, да. Я ученик Мадхавендра Пурипада. Ты! И Махапрабху сразу хотел предложить поклоны ему. То есть он хотел поклониться этому Саунулия Браману, то есть Браману, низкокастному Браману. Ты моя Гуру Варга. О, ты похож... Махапрабху сказал, когда Мадхавендра Парипад давным-давно пришел сюда, он... То есть этот браман сказал, давным-давно Мадхавендра Парипад приходил сюда и принимал прасад в моем доме. О, правда, я тоже хочу, сказал Махапрабху. Да, но люди будут критиковать тебя за это. Но ведь моя Гуру Варга принимала прасад в твоем доме.
Мадхендра Парипад принимал прасад. Если кто-то из представителей моей гуру Варги что-то делает, а я размышляю, правильно это или неправильно, это огромное оскорбление. То есть посмотрите, сколько уроков в жизни дает нам Махапрабху на примере собственной жизни. Никогда не размышляйте, правильно или неправильно поступают представители нашей гуру Варги. Если они это делают, то, значит, им, нам даже думать не нужно. Мы тоже можем следовать им. Приняв прасад, Махапрабху посетил много гатов. 24 гата. Я даже не могу сейчас припомнить все, какие там есть. Их очень много. Я там был, но так и не смог запомнить. Но Махапрабху принял омовение в каждом. Вы сможете так? С ума сойдете. Но Махапрабху сделал это. Прежде чем большую парикраму Вриндавана, по Вриндавану совершить, он остановился на какое-то время в Акрургате. Об этом потом он посетил места в леса в Раджа. Об этом поговорим завтра. С Махапрабху был браман Валабхадра, который готовит для него, и еще один преданный, который мыл посуду. И помимо них еще был Кришнадаса Враджаваси и Санаули Браман, то есть со всеми Враджаваси и Махапрабху и совершал парикраму. Они посетили каждый лес Браджа. Там 12 главных лесов существует. Но есть еще вторичные, много вторичных лесов. Но главных, первостепенных 12. И как Махапрабху посещал их, мы будем обсуждать завтра, в будущем. Итак, необходимо помнить каждый из уроков, который преподносит нам Махапрабху. Мы должны помнить о настроении Махапрабху. Завтра я буду говорить, я продолжу говорить о уроках, которые дает нам Махапрабху. Во Вриндаване многие преданные Браджаваси кричат о том, что Кришна явился во Врадже, во Вриндаване. То есть имеется в виду, явился, вновь проявился. Люди приходили к Махапрабху и говорили, Кришна опять появился во Вриндаване. Ночью он танцует на Кали-гате, на головах Калии. Конечно, Кришна и так явился во Вриндаване, потому что сам Махапрабху пришел сюда. А люди приходили к Махапрабху и говорили об этом, что Кришна явился. А где он явился? Спрашивал Махапрабху. На Кали-гате. Ночью Кришна танцует на головах Калии, на тысячах головах Калии. О, правда? Удивился Махапрабху. Кришна явился. Валабхадра сказал, «Прабху, я очень хочу получить даршан Кришны». Если разрешишь мне, я пойду посмотрю. Глупый, сказал Махапрабху, сиди здесь. То есть он не понимал, что Кришна, он разговаривает с Кришной и хочет пойти куда-то смотреть на якобы Кришну. То есть это своего рода комедия. Завтра мы будем об этом говорить. На сегодня время вышло. Мы должны вынести много уроков из парикрамы Махапрабху.
Как Махапрабху открыл Радха-кунду, Шьяма-кунду, как он посетил Гирирадж Гавардхан, как он не забирался на Гавардхан. Об этом мы будем говорить в последующие дни. Very interesting, Mahaprabhu's Parikrama.